Ждать месяц не придется, максимум трое суток для получения ответов на свои вопросы. Такие сроки показывают новый способ коммуникации населения и органов власти. Единая цифровая платформа обратной связи, или сокращенно ПОС, активно функционирует в Ульяновской области с начала июля. Это раньше, чем в других регионах страны. Платформа представляет собой отдельно вынесенную вкладку на официальных сайтах министерств. Поступающие через ПОС вопросы и жалобы не попадают под действие 59-го федерального закона. Есть классификатор категорий, по которым идут обращения граждан. Это 31 категория, 314 подкатегорий. Они будут все охвачены. Это большинство органов власти и все органы местного самоуправления. Порядка 100 сообщений пришло. Это не так много. Но, тем не менее. Одними из первых платформу подключили в министерствах здравоохранения, образования, соцзащиты, энергетики, ЖКХ и городской среды, а также промышленности и транспорта. В скором времени виджеты появятся на сайтах районных администраций. А качество ответов и их направленность отслеживают в Центре управления регионом. Цифровая платформа обратной связи работает буквально в три клика. Сейчас мы зашли на сайт Министерства образования и науки Ульяновской области, пролистали вниз до вкладки «Написать сообщение» и, соответственно, пишем свое обращение. Единственное условие – иметь активную учетную запись в госуслугах. Кстати, можно еще к своему сообщению прикрепить фотографии и указать геолокацию. В Минобре по новой системе уже отработали 23 вопроса. Наиболее часто из них касались дистанционного обучения, выдачи аттестатов, выплат молодым специалистам и организации летнего отдыха. В министерстве у нас принято отрабатывать это в течение суток, если вопрос не требует никаких дополнительных согласований по межведомственному взаимодействию и так далее. Поэтому на платформе ответственный специалист располагает ответ. Вот я как руководитель вижу этот ответ и должна его в течение суток согласовать. Ответ на сообщение пользователь получает в своем личном кабинете в госуслугах. Кроме этого, каждый обратившийся может оценить полученную обратную связь по пятибалльной шкале. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Улправды ТВ.